В ближайшие дни в Мариэл на смену жаре придет относительная прохлада. Небольшая передышка после изнуряющего зноя, что стоял в республике на протяжении последней недели, связана с холодным фронтом, который, кстати, уже прошел над регионом, но воздух будет остывать еще в течение нескольких дней. Днем синоптики обещают 20-25 градусов. Основной холодный фронт нас уже прошел, поэтому в предстоящие дни существенных осадков не ожидается. Лишь в некоторых районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем воздух прогреется всего до 20-25 градусов. Дожди ожидаем в начале следующей недели. Затем жителей региона снова ждет июльская жара. Правда, в республиканском гидрометцентре надеются, что температура уже не превысит 30 градусов.